Всем привет! Вы на канале Overlands. Сегодня первый день лета. И мы уже проснулись после того, как в самолете побывали. И теперь мы едем на монорельс. Едем арендовать машину. Классненько. Прикольно было бы вам прокатиться, советую. Хоть не самый живописный вид, но все равно классно. И теперь мы идем в Rental Car Agent. Папа, какую ты хочешь машину? Арендовать. Ну понятно, что никто тебе из семьи не даст такую выбрать. Машиночку. Так, идем. Ой, кустики какие-то. Ну ладно, дальше идем. Так. И куда же мы придем? О, все. Идем. Вот, арендовать. Ну. Пока папа берет в аренду машину, мы смотрим, что тут за место такое. Центр проката машин. Сейчас где-то 4 часа, ну, может быть, 5. Потому что мы проснулись так рано, у нас же разные часовые пояса. Скажи привет. Скажи привет. Привет. Это Элиана жует хлеб. Дай мне кусочек. Пожалуйста. Спасибо. Стол, где все с компанией. Тут много таких штук арендования машин. Пришли за машиной, да? Папа стоит в очереди. Это центр, где можно арендовать машину в Майами. Здесь находится очень много компаний. Папа пытается взять машину, что он забронировал. Он наш папа там стоит вдалеке. Машину я снять не успела, и теперь я хочу ее вам показать. Мы взяли в аренду Jeep Patriot. Вот так она выглядит снаружи. Теперь какая она внутри. Так, тут всякие сиденья. Для моей младшей сестры Ильяны такое сидушка. Всякие руль, всякие кнопочки. Ну, вообще-то, в принципе, удобно. Кондиционер хороший. Ну, вообще машина прикольная, много места, ну, такая большая вместимость, не кожаное кресло, тоже хорошо. Это, знаете, когда кожаное кресло, начинаешь потеть из-за этого. Давайте теперь мы в первую дверь зайдем, чтобы ближе там. Ну, вот он. Уже рассвет, тут какие-то трескучие птички. Да. Так всегда. Вот. Мы едем уже на новой машине.
и сестрой пройтись пешком, пока папа поехал в гостиницу на машине. Ну, тут недалеко до них. Такие тут громадные цветы есть. Вообще, классно. А еще так пахнет здорово. Тут висят такие громадные кокосы. Кокосовая пальма. We'll be right back.
приехали в новую гостиницу, уже на острове Марафон в Ки-Весте. Скоро будем купаться. Нашли такой гибискус красивый. Вот, знаете, он же обычно красный, а вот тут вот желтый какой-то. Только внутри такой красненький, красивый, да? Тут еще цветочки какие-то интересные. Ну ладно, идем в гостиницу.